С 27 февраля по 14 марта в Югре пройдет досрочное голосование для жителей удаленных территорий. Такое решение принято на очередном заседании избирательной комиссии региона. Также стало известно, что в регионе будут применять комплексы обработки избирательных бюллетеней или КАИБы. Всего 183 комплекса на всех избирательных участках Сургута и Мегиона, а также некоторых участках Нижневартовска и Сургутского района. Помимо этого, избирком Югры определил, что основной тираж бюллетеней для голосования на выборах президента России ТИКом передадут 6 марта в Сургуте. Напомню, основное голосование за президента в этот раз будет проходить три дня с 15 по 17 марта.